Регулирующие органы фондового рынка Гонконга и Австралии заключили новую сделку. Как сообщает CoinDesk, Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам SFC и австралийская компания по ценным бумагам и инвестициям ASIC официально подписали соглашение о сотрудничестве, которое обеспечивает основу для обмена информацией и взаимной помощи между двумя регулирующими органами. Пакт может стать стимулом для инноваций в каждом регионе.